Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди, продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 1 на реалистичном уровне сложности. Я не знаю, чего ожидать по пути внутрь фабрики. 18-я часть прохождения вторичного слоя, которая называется «Фабрика», погнали. Еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее, вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Джек, угарно здесь сцена. Так, короче. Доказывает, что реалистичные сложности, и мы идем туда. Погнали. Всех херачить, бомжей. Это последнее. После этого мы валим отсюда. Уилл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисти территорию и вызови лист. Ну это вам не комаровское место, блин. Я тут так, блин, мучился с этим комариком, блин. Комаровским местом. Это самое у него пипец был, что творилось. Шляпа полная. Вот, ну прям конкретно. Ну это мы место на изи проходим. Что это было? Он там! Что здесь произошло? Практически с первого раза, да? Ну да, с первого раза. Сейчас теперь до цели добраться. Еще пару секунд. Вэлори, давай я тебя жду. А, там стоит. Мне надо подождать с Вэлори. Давай, езжай. Потом у нас дамба и вулкан. И все, мы наконец-таки пройдем. Потом у нас будет следующий мод, это SMP 5 вроде. Все, Джек, она здесь. По Far Cry первому. Не нравится мне этот баг, блин, бесит. Ну ты че за тупость, а? Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Ты слышишь? Вижу цель! Эй, кто там шляется? Бля, нихера себе. Что-то они здесь жесткие какие-то. Что это было? Доктора тут. Я подрежу твою башку, чертовщина. Вон там! Получай! Стоять, ублюдок! Эй, ты в красной рубашке! Окей, я не буду подниматься наверх. Что это было? Взять его! Да? Потом эй, парить. Ты! Не смешно! Я продырявлю твою башку! Да, да! Ну да, видно то, что здесь я просто тороплюсь. Ты видел? Эй! Эй, ты! Что там творится? Папа, что? Кусни мой за! Что за чертовщина? Бля, ну сверху, а! Сверху что-то не могу убить никак.
Друг, жив. Теперь ты попал. Вот ты где. Вон там. Достань их. Не тороплюсь. Достань! Да блядь, ну как ты? Как он быстро спустился, тварь. Сдалась я, блядь. Как парня с армии. Суки! На тебе ноги. Вроде все. Чисто. Да, мы всех грохнули. А, наконец. Так, следующая локация, там такая же будет хрень, типа ангар такой большой. Да в смысле? Мне страшно. Мы его потеряли. Всех отключили? Вроде да. Ну а теперь Веллори может прокатиться. И к нам подъехать. Только сначала нам нужно открыть ей дверь. Каким-то образом та штука появляется, и она к нам едет. Давай. Теперь здесь нам надо как-то справляться. Но она тут сама откроет оружие. Давай. Окей, Джек, осталось умница какая. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Что произошло? Какого? Жив.
чертовщина. Ой, сейчас их тут дохера будет. Надеюсь, он здесь не застрянет. А то я что-то помню такое. О, да. Сейчас оттуда все повылезают с этих дверей, блядь. Жопа полнейшая будет. Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Дойл, мы в лаборатории. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Все. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Так, погнали. Так, а что мне делать-то? Я уже забыл. У меня, блядь, память как у рыбки. Вперед! Вперед! Поторопитесь, у нас посетители. И их немало. Погнали нахуй. Как идет процесс? Поехали! Пиздец. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Поторопитесь, у нас посетители, и их немало. Что здесь произошло?
идет процесс? Черт, а они ничего. Ты охерела? Становится жарко, Вэл. Поднажми. Они прямо перед нами. Бежим, бежим. Слышал? Ты слышишь? Друг, ты жив? Да, нам сюда. Ой, ну это задница. Это жопа. Я могу сейчас, конечно, аптечку взять. Вот здесь. Предательница. Она предательница, короче, все понятно. Из-за нее просто у меня началась здесь мораль, и из-за ничего этого я просрал. Что за чертовщина? Предательница Вэлори, а? Не видел? Могла так поступить, сука. Держись, у нас кто-то на хвосте! Погнали. Это вроде концовка уже все. Конец фабрики. Да, это конец. Фабрика на реалистике готова. Осталось две главы, которые мы уже сейчас пройдем. Совсем немного осталось. Так, загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед.
выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо. Yeah.